собираюсь пойти прогуляться, подумать о жизни. День сегодня бытовой, завтра будет социальный, но стихи. Стихи 12-го года. Кажется, вот вчера, ну видите, как быстро бежит время, и на дворе уже 19-й заканчивается. Следующий год красивый такой дубль, 2020. Кстати, сегодня 13 дней до Нового года и 31 день декабря, 31-13. Зеркало. И всего 44 дубль, 2 четверки. 44 дня. Быстро время бежит, вот только 1 сентября. Падал свет на правду как-то искоса, искажая правду освещением. Тот, кто эту правду высказал, получал ответно возмущение. Правду эту так никто не понял, не воспринял в свете искаженном, принял вновь эротику запорно. Мир остался непреображенным, мир остался освещен неправильно. То есть он во тьме остался снова, как и был. И смолк надолго праведник, и не озарилось светом слово. Знаете, у меня там группа есть ВКонтакте, графоманская. Они там минусы ставят, плохо пишут. Ну и бог с вами, бог с вами. Может быть и плохо. А может быть и хорошо. Время рассудит нас, товарищ. Господа хорошие.